Осталась последняя рабочая неделя до Нового года, а наша самая длинная. Трудиться будем до субботы включительно. Радует, что впереди 10 выходных. Кто-то проведет все новогодние праздники дома, а кто-то отправится за границу, в соседнее государство. Когда же откроют пассажирский понтонный мост через Амур, из-за сложной погодной обстановки сказать сложно. Изначально завершить монтаж планировали 20 декабря. Теперь крайний срок назначили на сегодня 25-е. При этом установлена только одна баржа с китайской стороны. Вторая наплавная конструкция также готова, но выставить ее мешает сложная обстановка на льду. Всего будет 9 барж, в том числе 3 российских, с нашего берега. Специалисты заверяют, что технологически будет правильно устанавливать их после того, как свои работы закончат китайские специалисты. В амурском правительстве говорят, монтаж понтонной переправы должен завершиться к Новому году. При этом, когда по мосту начнут ездить автобусы, неизвестно. Нет еще соответствующего приказа федерального Минтранса.